Скумбрия в масле сегодня на повестке дня. Пожалуй, самые вкусные домашние рыбные консервы в масле. Как у меня, который умеет работать как с банками, так и с ретор-пакетами в автоматическом режиме. Сегодня делаем рыбу, поэтому выбираем рыбку, стандартный режим, нажимаем старт, вода налита, старт, автоклав работает, я иду заниматься полезными делами. Хочешь такой же классный автоклав, как у меня? Консерватор от компании Farpom. Ссылочка в описании ролика. Там же найдете скидку для самых внимательных зрителей. Вот и готовы консервы из скумбрии. Вкусные и замечательные. Важный момент. Не пробуйте сразу. Дайте этим консервам отстояться минимум 2 недели. Но самый вкус они наберут через месяц выдержки. Всем добра и позитива!